Так, добрый день всем, опять на русском. Так что начинаю, и всем сперва большое спасибо, благодарность за то, что подписались. Смотрю, у меня уже 1050 человек. И как я говорил, я сейчас вычислил, пока не смотрят Австралия, Новая Зеландия и с Африки, да, с Африки, с остальных мест. Ну ладно, Южная Америка пока нету, да? А так, короче, очень много стран. И 110 тысяч просмотров примерно. Ну вот, так что да, многие, я посмотрел вчера, я не знаю почему, 30% или меньше смотрит с подпиской. А 70 там, не знаю, грубо скажем, 70 с чем-то не подписывается. Ну, не знаю. Ребята, в любом случае, я благодарен вам. И как я там писал, что хотел делать стрим при этом, и когда будет 1000 человек. Но, не знаю, вчера посмотрел, там, оказывается, надо 24 часа от Ютуба ждать какой-то там допуск, чтобы мог стрим вести. Ну, в общем, так что немножко задерживается. Я, конечно, скорее всего, этот стрим вынужден перенести на, не знаю, давайте на август. На август я, конечно, очень хочу, держу руку на пульс. И давайте там я какие-то сообщения кину. Я еще не знаю, сколько там разница, например, там с Америкой некоторые штаты 8 часов, да, разница. А в России там, где там что есть какие-то. Короче, я тут это запутался, в общем, не знаю, по какому рижскому времени там это все делать. Но в любом случае, всем огромное спасибо, даже тем людям, которые отписались, потому что были, я видел там 900, там столько, дик, потом 2-3, все, ушли, потому что, смотрите, ребята, ну, а что я, что, ну, что мне делать? Я наехал на мусульман, что они без Иисуса идут в ад со своим пророком Мухаммедом. Ну, а что делать, если это истина, в Библии это все описано, написано, да, что, ну, аж как я могу тогда там Библию, что, листья вырывать, вот это и сказать, ну, не могу, я истину, да, я раньше врал в своей жизни так много, что Бог сказал, покаяние, если ты покаешься, то перестань, ну, врать, это надо, это такой грек, да, что надо перестать, потому что если я вру, то я, значит, не покаявшийся, да, поэтому врать не буду и говорю как есть. Следующее, что я там обидел, там, да, там, может, не такое слово сказал, Россия как-то уменьшительным сказал, Рашка, ну, маленькая, типа, да, мы что же говорим там, ну, уменьшаем какие-то слова, ну, вот это было, вот кто-то мне упрек делал, я говорю, да, извините, я вот такой, ну, я что же, ну, не русский, да, я латыш и всякое, и видите, как я говорю, с каким акцентом и какие там окончания, ну, не все перфектно, да. Вот, кого я там еще навредил? А пидорасам, лесбиянкам, ЛГБТ, да, там я наших латвийских этих министров иностранных дел, которые там такие обозвал, называл. Короче, я, в принципе, разозлил, я не знаю, всех там русского из-за политики, там мне русские пишут, и там какие-то русофоб туда-сюда. Ну, ребята, ну не знаю. Я в любом случае, вот живой этот, да, я смотрю, что есть люди, которые делают какие-то там хайпы, да, в своих блогах, у меня хайпа, ну, почти нету, потому что или какие-то высказывания громкие, я там говорю, Жириновский мне нравится, что он там орёт, кричит, там бьет, бросает, ну, короче, ну, вот, короче, вот такое дело, поэтому, кто отписался, тоже что-то услышал, и то, что услышал ему в жизни, вы же сами знаете, так не бывает, ты что-то услышал, да, и забыл, нет, так не бывает. Вот то, что ты когда-то что-то слышал, всегда, если это позитивно и правильно, и как-то, особенно Божьи дела, да, вещи о Боге, это все потом приходит назад, ты думаешь, передумаешь, тебе Бог пришлет назад эту мысль, и ты будешь думать и, как говорится, кушать вот эту духовную пищу, да, там, и в общем, так что ни одно слово зря не пропадает. Так что большое спасибо всем, кто есть подписчики, кто отписались, кто меня ругали, да, я виноват, я не спорю, и там есть видео, где я говорил, что я там каюсь и вашу критику принимаю. Так что, ребята, большое спасибо. Сегодня посмотрим, может, что-то на русском это, но я рад. 110 тысяч просмотров и 1050 подписчиков. Для меня это, ну, я очень удивлен. Так что спасибо всем.